продолжаем свое путешествие, друзья. Игорь Жабский представляет. Сегодня 8 апреля 2018 года. Святая Пасха сегодня. Вот мы подъехали уже к Новогеоргиевке. Въезжаем в это село. Сейчас справа будет поворот на Фадеевку. Мы пойдем налево, в сторону Полтавки. Вот впереди нас встречает школа. Кто учился в Новогеоргиевской школе, смотрите, передавайте привет своей школе. Вот дорога на Фадеевку. А мы пошли дальше. Сейчас будем пересекать через реку Раздольную. Мост будем проезжать. Новогеоргиевка, тоже небольшое село, тоже гарнизон стоял, сейчас его нету. Чистенькое, аккуратненькое. Летом и осенью здесь очень красиво, сопки красивые. Мост через реку Раздольная. Я уже раньше снимал подобное видео, но это было летом. Сейчас у нас весна. Вот у нас заканчивается Новогеоргиевка. Мост через реку Раздольная, мы сейчас через него проедем. Я покажу Раздольная. Вправо, если смотреть, то там река вытекает из Китая. Мы сейчас будем подниматься вверх. Дальше нас ждет Полтавка. Влево будет уходить дорога на Константиновку. Кстати, в нашей Константиновке родился председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. Такое оно знаменитое у нас село. Вот поворот на Константиновку. Вот я показываю. Вон дорога пошла на Константиновку. Ну а мы на этом заканчиваем свое видео и уходим в небеса. Пока, друзья!